колечки у нас достраиваются, и сейчас... Ой, не то. В общем, воинские звания. Итак, пожалуйста, по одному. Рядовой. Рядовой, замечательно. Командир. Великолепно. Подполковник. Удивительно. Летчик. Вот это да. Прапорщик. Ого. Подпрапорщик. Ну да. Полковник. Полковник, ничего себе. Сержант. Сержант, понятно. Дальше. Лейтенант. Лейтенант, ого. Подполковник. Ну. Старший лейтенант. Угу. Маршал. Маршал. Дальше. Матрос. Матрос. Фельдмаршал. Фельдмаршал. Хорошо. Адмирал. Адмирал. Подпрапорщица. Не лишены оригинальности ответы. Подпрапорщица. Так и отвечали они 3 дня и 3 ночи. Дальше. Старший лейтенант. Старший лейтенант. Мальчик дорогой. Младший лейтенант. Младший лейтенант. Младший сержант. Младший сержант. Танкист. Танкист. Ну, а что у нас еще? Старшина. Старшина. Не знаю. Не знаю, очень просто. Генерал. Генерал. Старший рядовой. Старший рядовой. Значит, есть средний, младший и старший рядовые. Замечательно. Не знал. Ефрейтор. Ефрейтор. О, это уже где-то из древности, наверное. Не знаете. Хорошо. Разведчик. Разведчик. Ты думаешь, что это звание? Ну, наверняка, почему бы и нет. Машинист. Военный машинист. Военный машинист? Почему бы и нет? Чем вы нас еще порадуете? Старший матрос. Старший матрос. Старший матрос, моторист, наверное. Хорошо, старший, значит, и младший матрос. Младший матрос. Военная медсестра. А вы как думаете? Военный доктор. Доктор. Тоже звание, конечно, очень почетное. Но давайте не будем младший, старший. Давайте звание говорить. Генерал-лейтенант. Генерал-лейтенант. Ну, да. Лейтенант-генерал. Почему бы и нет? Генерал-полковник. Генерал-полковник. Подпоручик. Ржевский. Дальше. Маршал. Маршал. Ох, утомился что-то я уже сегодня. А, да. Вот. Ну что же, и чем вы еще порадуете? Ну, подпоручицей только можно. Подпоручицей. Что-то уже было в этом роде. Подфельдшер. Интересно. Подфельдшер. Что же такое за звание? Ну ладно, потом разберемся. Гусаром. Гусары. Итак, делаем последний круг, заключительный. Наводчик? Кто? Позвольте еще раз вас спросить. Наводчик. Наводчик. Интересное звание, интересное. Наводчик. Ну, ничего страшного. Пехотинец. Наемный солдат. Наемный солдат. Это уже из американских фильмов. Капитан. Капитан, ну что, вполне достаточно, по-моему, наши конкурсанты удивительно здорово справились с первым нашим заданием. Ваши аплодисменты. Итак.